Ну, здесь два вопроса сразу у меня возникли. Первый, хотите ли вы снять и будете ли снимать кино тогда об этом периоде? Тогда, если вы считаете, что жизнь в стране, она вот до 85-го и после 85-го, то имеется в виду, что ведь очень сильно изменилось и отношение ко всему, не только к кинематографу, жизни, да, у наших соотечественников. Про это не хочется снять кино? Чрезвычайно хочется, но я думаю, что не я один так считаю, что жизнь была до 85-го. Ну и, по крайней мере, если для угодно, с 91-го уж точно она другая наступила. Мы просто выбрали другой экономический уклад, мы выбрали возвращение в лоно европейской цивилизации, куда, как мы не пытаемся улечься в это лоно, нас все время поднимают и шпыняют. Но жизнь переменилась настолько кардинально, и это связано с такими переломами судеб, что не может быть, чтобы это не нашло отражение в искусстве. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».